Сейчас поработаем немножко в клинч. Поднимите руку, кто из вас когда-нибудь работал локтем? Прям бил по-настоящему в человека. Не просто так по груши, по лапе. На улице? На улице, в зале, везде, во сне. Хорошо. А сейчас мы с вами сделаем таким образом. Ребят, вы, кстати, ничего не видите, можете туда встать, там, я думаю, больше виднее. А человек стоит, человек подходит, и ты встречаешь меня аккуратненько локтем. То есть наша задача сейчас не нокаутировать и не поставить вот такой вот синяк, а просто вот по ощущениям почувствовать. Я иду, человек, теперь ты идешь, ну, конечно, я же руку свою поставила, чтобы больнее было, да? То есть ощущение, смотрите, если рука у нас будет здесь, то никогда вы не сбьете голову. То есть вот именно уровень, смотрите, уровень груди. То есть если вы чуть-чуть к себе, то, конечно, будет голову. Чуть вниз будет голову. То есть вот, возле этого уровня вы встречаете, бьете вот самым острым, чтобы было неприятно. Но мы сейчас друг друга не калечим. Мы просто ставим акцент. Раз, аккуратненько, постановка, встали. Я, например, я подхожу, меня встали. То есть мне не больно, и ему не больно. Мы комфортно просто чувствуем, что удар идет четко в плечо. А потом мы сделаем продление. То есть локоть, и потом какая-то серия будет. Пробуй. Тактику иногда меняешь, ты не всегда в одну сторону, как бы, а раз в другую, раз навстречу атакующую, как бы, там, ну, по-разному всякому.